Всем привет, с вами Том, и в сегодняшнем видео мы откроем три свитбокса со второй волной кристальных пони. Прошлым летом я открывала первую волну, тоже три лошадки, и оттуда у меня есть лошадка Синди, дальше лошадка Ляля и лошадка Баси. Вот они, две красавицы, я их, конечно, по именам не помню, поэтому я взяла вкладыш. Это у нас были типа музыкальные лошадки, в этот раз у нас цветочные лошадки, и у меня есть бархатная одна такая, кстати, мне ее тоже в Петербурге подарили, когда мы были на пони-ребрике. Вот такая у меня коняшка есть, и она была, по-моему, здесь тоже. Это, наверное, Рози, вот это вот, да, судя по внешнему виду, это она. Они, как и первая волна музыкальная, вот эти цветочные поняшки тоже сначала выходили в таком вот бархатном варианте, и сейчас вот их выпустили уже в кристальном. Я, честно говоря, не знаю, как давно они у нас продаются в магазинах. Я покупала в Пятерочке по 115 рублей коробочка. Вот здесь у нас опять 8 лошадок, 10 было в прошлый раз. Клёпа, Жасмин, Лили, Виола, Василиса, Марго, Астра и Рози. Давайте откроем и посмотрим, какие лошадки попадутся мне. И в первой коробочке у нас пакетик и мармелад. Ну, мармелад, как обычный у свитбокса, я его даже открывать не буду. Там 5 желейных таких вот фруктовых мармелад с фруктовым соком, как они пишут. Так, что же у нас за лошадка? И там у нас... Вау, они теперь с какими-то еще подставочками идут, очевидно, чтобы не поломались. Так, я не знаю, кто ты, давайте почитаем, кто это. Это у нас Василиса. Вот такая вот поняшка, она сама... фиолетовенькая такая, сиреневая, с желтой гривой и зеленым хвостиком с завитушками. Так, на одну сторону челочка прикольная. Мне очень нравится вот этот вот пластик с блесточками внутри, что у первой волны, что у второй. Они очень классные. И здесь, кстати, поняшки какие-то более такие длинноногие и изящные стали по сравнению с первыми. Как-то более такие выросшие, мне кажется, кобылки. И глазки у них, видите, более классно смотрятся. Такая вот коняха стоит. Василиса. Что у нас пишут вообще на вкладыше? Вкладыш, я так понимаю, общий на всю линейку. Однажды в сказочной цветочной стране, где живут маленькие пони, вырос волшебный кристальный цветок. Пони собрались посмотреть на это чудо, как вдруг подул сильный ветер. Каждая поймала по цветочному лепестку, и они очутились в новом волшебном мире, став кристальными. Вот такая вот у нас предыстория поняшек. Вот они нарисованы. Да, ну классненькие, классненькие. Давайте посмотрим, какие еще две поняшки у нас будут. Второй свитбокс пакетик, мармелад. Разрезаем, и там у нас поня, ой, какая классненькая. Так, фиолетовая поня, это у нас Лилии, как у нас написано на вкладыше. Она такого цвета фуксии яркого, фиолетового, и сиреневый хвостик и грива. Глазки у нее с обеих сторон видны. Вот, да, у них немножко теперь другая печать глаз, мне больше нравится. И у нее цветочки в гриве, и такие же длинные ножки, классненькая. Вот, не, ну очень изящные лошадки. Ну и вкладыш у нее, по идее, точно такой же, как у первой. Ну да, здесь у них общая информация, поэтому третий вкладыш мы даже смотреть не будем. И третья поняха, сейчас узнаем, кто. Достаем и вынимаем. Там кто-то желтенький. Няш какой. Так, это у нас Астра. Да, да. Да, и третья — это Астра, она у нас желтая, с зеленой гривой и сиреневым хвостиком. Они как бы называются почти все по названиям цветов. Значит, это у нас Астра, Василиса и Лилия. Ну, Лилия, да? Вот, прикольные лошадки. Немножко странно, мне кажется, у них, что у них разного цвета гривы и хвостики у многих. Но я так посмотрела в этой самой серии, которая была у нас в бархатной оригинальной серии, было примерно так же, то есть разноцветные гривы и хвостики. Вот, но в целом поняшки смотрятся крайне классно. Если вы собирали предыдущую волну, то рекомендую присмотреться и к этим. К этим они очень изящные, такие классные. У них, кстати, копытца более проработанные. Смотрите, у них даже тут есть какой-то рельеф цветочков на копытцах. В прошлой волне тоже был небольшой рельеф. Вот тут, видите, такой кружавчик небольшой есть. Да, но здесь они пошли дальше. Они сделали их больше похожими на классических лошадей. То есть, видите, копытца именно как копытца сделаны. И там какие-то вот цветочки, какие-то василечки. Очень мило проработано, но по исполнению очень похоже на и первую волну, глаза мне больше нравятся, да, и копытца более такие. В общем, лошади теперь у нас больше на лошадей похожи, чем на пони.
Классненькие, мне очень нравятся. Если вы покупали себе таких лошадок, можете написать в комментариях, какие попались вам. Ну и, конечно же, посмотрите ролик про первую волну кристальных поняшек. Они тоже очень классные. Надеюсь, это видео было вам интересно и полезно. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. С вами была Тома. Пока!